Ну что же, я рад приветствовать подписчиков игр. Я продолжаю проходить эпизодик под названием «Логово дракона». Сейчас Джоди, в общем, опускается на океанское дно. Тут темно. Где-то должен быть фонарик. Да, стремноватое место. Так, ну-ка. Ага. Достаточно хоррорный эпизод. Везде эти жуткие твари летают из инфрамира. Так, давай потихоньку. Что-то, знаете, сразу Сому вспомнил. И еще проект Наркозис. Тоже на такую тематику. Вон один уже захлебнулся. Блин, да тут целое кладбище. Кошмар. О, что это за хреновина? Это портал? То есть, я так понимаю, надо вырубить все к черту, да? Ну, что-то встало. Шевели булками. О, номер 3. Так. А, на взрывчатку закладываю. Точно. В общем, короче, надо на все вот эти вот. Странно, почему они не нападают на нее. Ну, то есть эти всех поубивали? Азиатов, а ее почему-то не трогают. Нет, нам нельзя светиться. А куда идти-то теперь? Светиться нам нельзя. Здесь-то вроде уже все заложил, нет? Уже меньше 3 минут. Давай, 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 давай. Все, 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 вон. По этим огонькам. Быстрее, быстрее, быстрее. Не оборачивайся. Черт, тупик, что ли? А, нет. Главное не спотыкнуться. Оу, щет. О, черт! Утечка воздуха! Беги, 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 беги! Так, надо X нажимать, да? Просто не знаю. Мучаю, короче, эту кнопку. Так, 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 так. Давай, что ты встал-то? Фу, пронесло. Это был какой-то кошмар. Фу. Так, ну и чё? Ах ты! Величайшее открытие, когда-либо сделанное человеком, утеряно! Из-за тебя, американская сука! Тихо, 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 успокойся. Блин. О, отверткой. Вот сучонок. Тихо, 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 пошел нахер. О,
Блин, надоет этот поехавший Брюс Ли. Не хочу с тобой драться. Нас надо сваливать отсюда. Устроил тут турнир нахер. Mortal Kombat. Пошел в жопу. Так, так, огнетушитель бери. Тихо, тихо, тихо. Нет, 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 нет. Нормально, эта тварь, короче, его с собой забрала. Рещи, 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 рещи. Ой. Тихо, тихо. Не-не-не-не-не-не, не трогай, не трогай. Тут каждый сам за себя. Фу. Так, дальше. Вау. Я не понял, я же успел вроде нажать. Ну ладно. Так, 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 куда, 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 вон там. Пролезть, наверное, нужно, да? Фу. Вообще, конечно, эпизодик просто сумасшедший. Такой, знаете, интенсивный экшен пошел. Все, 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 все. Срочно надо в батискаф садиться. Давай, давай, давай. О. Черт, Рай, куда ты делся? Не знаю, может, он без тебя уехал. Что, думала, я тебя брошу, а? Да фиг тебя знает. Может, ты обиделся, что тебе глаз выколели? Отлично. Сам последний момент, да? Что случилось? Теперь бы еще не врезаться. Двигатель накрылся. Здесь пробоина. Мы утонем. Мы не очень глубоко. Что, попробуем так выплыть? Да. Охрененно здравая мысль. Почему Айден не помогает? Может, он как-то вытолкнет нас? Оп. Быстрее, быстрее, быстрее. Хочет, может, там оставаться. А нет, смотрите, поплыл. А, давай, 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 давай. Не хватало тебе еще застрять здесь. Фу. В майке вообще в одной. Он сейчас заболеет. Еще злишься на меня? Ну, нет.
Уже нет. Нет. Моя злость замерзла. Знаешь, я ведь так и не сказал тебе. Я люблю тебя, Джоди. С симпатией, скептически, с иронией. Да, давайте с иронией. Но ты нашел время. Я хотел, чтобы ты знала, если мы тут сдохнем. Ясно. А ты, Джоди? Ты меня любишь? Ну, блин. Нафиг ее знает. Ну, пусть скажет, да ладно. Да, люблю, Рай. Я рад. Поцелуй. Да, очень романтично. Прямо ледяная любовь. А вообще, поскольку он за ней вернулся на батискафе, я думаю, можно, да, его простить, и пусть они будут вместе, короче. До встречи на той стороне. Прям Ромео и Джульетта. Вон! Это они! Как они их нашли вообще, я вот не понимаю. Ну и все, эпизодик завершен. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Непройденный путь, вы не раскололись. Ну и правильно сделал. Зачем им знать наши секреты? Тем более, понимаете, тут действительно они в первую очередь агенты, да? Они простые гражданские. И они знали, на что идут. Поэтому тут любовь, не любовь. Все это не имеет значения перед военной тайной. Так, вот еще какой-то неоткрытый путь. Вы простили Райана. Вас быстро поймали. Вы сбежали с базы. А что, можно было остаться? И утонуть там, что ли? Ну и вы сказали Райану, что любите его. Да. Вот такие дела получаются. И, конечно, уже интересно, да, что будет, если поступить по-другому. Для этого и придумали альтернативное прохождение. Вот. Но мне хотя бы надо завершить основное. Ну и спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.